this thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Всем жутких кроликов, с вами Чаби, и как вы поняли по моему образу и по названию этого видео, сегодня на повестке дня у нас история об упекающем отце, который из-за печального опыта запрещает своей совершеннолетней дочери сделать шаг во внешний мир. Устраивайтесь поудобнее, готовьте вкусный чай и погнали! Отель Трансильвания, 2012 год. На дворе 1895 год. Нам показывают устрашающее подобие небольшого замка, на балконе которого появляется выразительно красивый силуэт главного героя. Графа Дракулы. Я тебя съем! Ну-ну-ну-ну-ну, я не думал тебя пугать, моя сладкая кровосися. С первых же секунд видно, какой Драк очаровательный отец. Правда, интересно, почему он дочку одну дома оставил и куда это он улетал? Видимо, с ней сидела какая-нибудь зомбо-няня. Пропадают граждане каждый год. От него так и веет заботой и любовью к своему чаду. Антураж в доме хоть и состоит из оторванных голов, гробиков и двуручных топоров, но освещение и приятный голос Сергея Буруно, который озвучил вампира в русской версии, какой у нас носик, создают невероятный уют и домашнее тепло. Спайдер-пиг, спайдер-пиг. А что вон там? Стой, а вот туда мы не ходим. Забрасывают удочки на будущий конфликт между отцом и дочерью. Внешний мир показан в холодных оттенках, излучающих опасность, в отличие от домашнего теплого освещения. С самого детства Мэвис проявляет любопытство, а Драк рассказывает страшилки о злых людях, запугивая и отбивая желание вылезти наружу. Какая ружа? Ты посмотри, что происходит. Никакой ружи. Драк поет очень милую песенку, общее содержание которой — будут обижать, узнают, кто твой отец. Это очень круто, когда ребенок с самого раннего возраста чувствует себя защищенным. Но плохо, что отец учит бояться и защищаться от внешнего мира. Что интересно, впоследствии этот страх у Мэвис так и не развился. Начальника! Начальника! Рабочий показывает результаты проделанных трудов. Драк выстроил огромный замок, окруженный непроходимым для людей лесом, зомбаками, призраками и могилами, дабы ни одна живая людская душа не смогла пробраться в его дом. Ты готов, дорогая моя Марта, замок, где Мэвис ничто не угрожает? Отец, который потерял свою жену по вине людей и теперь оберегает свою дочь от этих убийц. Что-то мне это напоминает. На самом деле, при просмотре можно заметить сходство с самыми разными картинами, но с какими — буду вам рассказывать по ходу сюжета. Добро пожаловать в отель Трансильвания! И теперь я хочу высказать свое недовольство по поводу названия этой картины на русском языке. Зачем его назвали «Монстр на каникулах»? Дракула построил именно отель без людей. Замок с монстрами для дочери. Это основная локация, темы и конфликт. Здесь в этом смысл, а не в том, что монстры отправились на каникулы. Что это вообще за бред? Из интервью режиссера Гендия Тартаковского я узнала, что он прокомментировал смену названия, что для русского зрителя Трансильвания — это непонятное слово, ведь в Америке все сразу понимают, что речь идет о месте, где тусуются монстры. Но в чем была проблема назвать тогда отель для монстров, убежище монстров или тому подобное? Да, я всегда в недоумении, когда оригинальное название меняют на чушь, ломающую смысл произведения. Свободен от людей с 19 века. Драк не видел людей два века и, соответственно, не в курсе, что мир мог поменяться и поменялся на 360 градусов. У нас забойный засор! Забойный? Минутку! Ванила-монстр! Мне очень нравится анимация в этом мультфильме. Широкая, экспрессивная. Подчеркивает характер и настроение персонажей. Резвый, но элегантный Дракула, сутулый и медлительный Вольфыч, а его дети просто молниеносны. Также нельзя не заметить сходство Драка с оригинальным актером дубляжа Адамом Сэндлером по совместительству продюсером картины. В замок прибывают друзья вампира. Оборотень Вольфыч, Франкенштейн, Человек-невидимка Гриффин и мумия Мюррей, которые помогут Драку устроить вечеринку в честь 118-летия Мэвис. Зато потом я газку поддал! О да, пердежный юмор. Адам, что-то мне подсказывает, что это твоих рук дело, а? Негодник. Во время того, как Драк готовится ко дню рождения дочери, Мэвис репетирует речь, как бы сказать отцу, что я хочу во внешний мир. 30 лет назад, ты обещал! Я помню, мы с тобой ели мышей. Ели мышей? В смысле, каннибализм? Не беспокоить. Не беспокоить. Не бестрогай, Эрн! Днем рождения мою мышку. Спасибо, пап, я в курсе, что у меня день рождения. Ого, волосы Мэвис намертво, что ли, прилеплены к ее голове?
голове? Или у вампиров гравитация даже на волосы не работает? Драк без всяких возражений разрешает Мэвис отправиться в мир людей. Девушка с собранными манатками уже была готова отправиться в путь, однако отец приостановил ее пыл. Ведь можно слетать и потом, а гости ждут. На взгляд Мэвис, как у кота из Шрека. Драк разрешает вылететь в ближайшую деревню на минут 40 для первого раза. В самой деревне происходит катастрофа. Дракула создал имитацию обычной деревни, а в людей приодел зомбарей. Подставные человеки идут на бедную Мэвис с вилами, чесноком и факелами. А Драк очень смышленый и хитрый родитель. Обычно ведь как вбивают свой опыт в детей? Запрещают, кричат, угрожают, скрывают. Привет, матушка Готель. Что? Он же решил разыграть свой печальный опыт, дабы Мэвис сама прочувствовала страх Драка без всяких наставлений. В итоге он вышел сухим из воды, добрым и заботливым папочкой, а Мэвис усвоила урок. Жестко? Да. Гениально? Еще бы! Отец был прав, это ужас. Учись, Готель, как заставлять чада не выходить из дома. Червивый тортик! Неправда, это червивые панкейки. С матушкой Готель Драка мы сравнили, а теперь двери отеля Трансильвании посетил местный Флинн Райдер. Наверное, сегодня не мой день, обычно я неотразим. Джонни путешествовал в горах с друзьями. Узнав об аномальной зоне в местном лесу, понял, что он с шилом в одном месте, и где опасность, там и его рыжий зад. И сколько же вас здесь? Я люблю шататься в одиночку. А куда ты друзей дел? Спрятав от посетителей отеля парня в кладовке, Драк переодевает Джонни в недо Франкенштейна. Драк, потерявший самообладание в кладовке, просто бесподобен. Просто взгляньте на эти движения, отыгрыши ситуации, эмоции и жесты. Квазимодо с его крысой учуяли запах человека, и до кульминационных событий фильма именно они будут пытаться найти нарушителя. Потусовавшись среди нечисти, Джонни таки понял, куда он попал и среди кого находится. В суматохе он сталкивается с Мэвис, и у них происходит дзынь. Дзынь в этой вселенной – это искорка любви с первого взгляда. Верить вам в дзынь в реальной жизни или нет – дело ваше. В этой вселенной дзынь работает. Это значит, будет чудо всюду, где слышен дзынь. Джонни узнает, кем является Драк. Да, я знаю, дочка Дракулы, все сперва пугаются. Дракулы? И сначала слетает с катушек, но успокаивается от хладнокровия вампира и факта, что монстры людей давно не убивают и пьют вместо крови витаминные заменители. Комары, когда вы уже эволюционируете до витаминных соков и отстанете? Драк вешает Мэвис лапшу на уши, что Джонни прибыл в помощники для организации праздника в честь дня рождения. К тому же он ее ровесник, с которым она мечтала познакомиться. Ты мой ровесник? А то! Вампир выпроваживает Джонни через потайные подземные катакомбы, и это сопровождается серьезным лицом Драка вперемешку со смешной и забавной анимацией. Он старается быть злым, строгим, суровым. Но черт, под такую музыку и с такой походкой! Вообще, у вас тут прикольно! Но это же просто шедевр! Их метание в подземелье приводит к двери, где тусуются друзья Драка. Они меня не прикончат? Нет, если сочтут, что ты монстр. А? Какой-то расизм. Боже, обожаю. Джонни врет, что он племяш Франкенштейна, шестой кузен 12-й тети со стороны правой руки, и прибыл он сюда помочь устроить праздник Мэвис. Драк планировал устроить, как обычно, вечер классической музыки, но друзья предлагают выступить самим. Юном месяце апреля. О, это же голос Шрека, озвучка Алексея Колгана. И, кстати, о ней. В русском дубляже очень круто адаптировали оригинальные голоса. Как я уже говорила в самом начале, Бурунов отлично вписался в роль Дракулы. А Пушнова в роли Джонни я узнала только когда загуглила. Он офигенно влился в образ персонажа. А ну-ка дай балалайку. 2, 3, 4. Я твой гоблин, девчонка, кот. Все монстры в восторге от яркой личности Джонни, что выбешивает Драка. И он пытается вернуть друзей к прежнему времяпрепровождению с расписанием и правилами. Интересно, что по дизайну Драк самый симметричный. Волосы вылизаны, одежда сияет. Другие монстры же наоборот. Даже Мэвис добавили легкую небрежность в волосах. Драк старается быть идеальным, возможно, часто скрывает эмоции в отличие от друзей. Он мне чем-то напоминает Бри Ван Де Кам из «Отчаянных домохозяек». Не ведет себя как робот, конечно, и без ярко выраженного ОКР, но первую половину фильма боится отойти от своих привычных правильных стандартов. Джонни же в сравнении растрепанный и взбалмошный мальчишка. Погубишь мой отель, если все узнают, кто ты!
Может, вас просто бесит, что народ наконец развеселил? Драк предпринимает 100-500-ую попытку избавиться от Джонни, гипнотизируя его вампирской силой. Не пробила контактную линзу. Копать, хоронить, в жизни не видел такой мерзости! Я примерно так же реагирую, когда молодой человек себе линзы в глаза вставляет. Повторный уход рыжего Франкенштейна останавливает Мэвис и показывает Джонни виды с крыши замка. В диалоге парень рассказывает о своих путешествиях по миру, и ребята встречают рассвет. За 118-летнюю жизнь вампирша ни разу не видела, как встает солнце, и ее реакция просто волшебна. Она с замиранием и трепетом смотрит на прекрасное природное явление, которое мы можем наблюдать каждый день. Приход Джонни в Трансильванию как рассвет для нового отношения между монстрами и людьми, как новые порядки, где не всегда обязательно действовать по расписанию и правилам. Здрасте. Взбесившись, что мальчишку выгнать не удалось, Драк дает задание расставить столы в большом зале. Окончание своих дней будешь заниматься их расстановкой. Мы за день. Вампир выходит из своего привычного идеального состояния, и его прическа вместе с ним. Хватит издеваться над моим пакетом! 57-й, прошу на позицию 23. А вот столы с нарисованными лицами выглядят странно. И не совсем как будто вписываются в общую обстановку. Зачем нужны были эти лица? Они же ни на что не влияют. Джонни начинает летать на столах, как на ковре-самолете, и Драк, желая угомонить пацана, сам не замечает, как втягивается в соревнование. Волшебный мир. Я сроду так не смеялся! Драк спасает Джонни от приготовления из него шашлыка Квазимодой, сталкивается с Мэвис и догадывается о ее симпатии к парню. Фу, баб, да ну что за гадость? Не хочу ничего об этом слышать! Я не хочу выходить замуж, хочу быть свободной, пусть мой волос развивается на ветру, когда я скачу по долине, пускаю стрелы в закатное солнце. Драк спасает Джонни, замораживая Квази, и показывает ему темную пыльную комнату, наполненную атмосферой одиночества и тоски. Парень замечает на полузакрытом огромном портрете женщину. Я видел этот портрет в замке Драгости! Рассказывает про легенду, которая ходит вокруг истории этой особы. Однажды она встретила на мосту одного графа. Они сразу поняли, что любят друг друга, поженились, поселились в замке, и у них родился ребенок. Но вскоре произошла трагедия. Как-то ночью по непонятной причине случился пожар, и вся семья погибла. Когда я был в замке, то прямо чувствовал силу их любви. Драк раскрывает, что тогда погибла только жена графа, и, конечно, мы с самого прихода в комнату догадываемся, что речь идет о погибшей жене Марте. Вампир рассказывает, как все было на самом деле. Люди напали на жилище графа, принимая их за монстров, но чудовищами оказались они сами. Драк рад, что в его дочери пробудилась любовь. Он признает, что Джонни хороший парень, но тяжелые утраты и печальный опыт играют свое дело. Драк, сейчас 21 век, люди теперь совсем другие. Тем более, что вампир сам говорил, что теперь людей не убивают, чтобы не откатываться назад в каменный век. Я не могу его убить, это отбросит монстров назад на века. Чудовище не тот, кто выглядит не как все, а тот, кто совершает зло. Драк и Джонни сходятся на плане провести день рождения Мэвис всем вместе, а потом он улизнет, дабы не подвергать их опасности. Мне от его красных глаз самой спать хочется, но какой же Вольфыч заботливый отец. Ева вечно беременная жена спокойная, позитивная, занимается зарядочкой, спокойно спит, а он не выговаривает ей ничего и понимает, что дети крест обоих родителей. В общем, хороший папа и муж погнали дальше. На вечеринке в честь дня рождения Мэвис не сдерживает своих чувств и целует Джонни. Как ты мог, после того, как узнал обо всем? В перепалке между отцом и дочерью Драк выходит из себя и выдает правду, что никакой деревни, куда летала Мэвис, нет в помине, а люди — это переодетые зомби. Происходит всеми понятное разоблачение лжеца, все узнают, что Джонни — человек и что Драк обманул Мэвис. А мне плевать, я все равно хочу быть с тобой. Джонни выбирается из объятий Мэвис, разбивая ей сердце. Говорит, что ненавидит монстров и не хочет быть с ней. На крыше отец с дочерью смотрят подарок от мамы, где Марта написала стихотворение о том, как влюбилась в Драка, и у них произошел дзынь. Это был дзынь, пап. У вас с Джонни? Нет, кажется, только у меня. Драку в руки попадает открытка с местом, где они с Мартой влюбились друг в друга, и к нему приходит осознание всего содеянного. Вампир убеждает друзей и постояльцев отеля, что он ошибался. Джонни – хороший парень, а люди не все плохие. И вообще, я больше не уверен, что люди хуже, чем мы с вами. До этого инсайта Драк мысленно жил еще в 19 веке, когда люди убивали тех, кто не похож на них. В Джонни, несмотря на их хорошее общение, он все еще видел тех злодеев, убивших его любимую. Но, как я уже говорила, и монстры раньше убивали людей. Времена идут, поколения сменяются. Картина показывает, что чужой опыт – это опыт конкретного человека, ну или монстра. Мир меняется, и приобретенный опыт, который работал в прошлом, не всегда будет работать в будущем. У них был дзынь.
Как Дзинь? Друзья решают помочь Драку вернуть Джонни, и команда спасения на тачке Вольфуча отправляются в мир людей. Главная проблема даже не сами люди, а солнце. Всеми известный фэнтезийный факт, что для вампиров луч солнца, как для нас раскаленное железо. Или горячие камни в бане на даче твоей бабушки. Дочка оборотня Винни, обладающая чутьем уровня GPS-навигации дубль Гиса, указала ребятам, по какому маршруту перемещается рыжий, в какой самолет сел и во сколько будет вылет. Маршрут построен. В городе все увешано плакатами. Мы любим Дракулу. Я торчу от Франкенштейна. И почти все люди переодеты в монстров. Решив напугать народ, чтобы разогнать толпу, люди наоборот хлопают и боготворят нечистей. Я правда Франкенштейн! Мы знаем! Мы твои фанаты! Чего? А откуда они знают про них? Ну типа, что они все еще существуют сейчас. Они же скрывались от них. Рассказав людям всю ситуацию, переодетые Дракулы поднимают плащи, чтобы прикрыть Драка от солнца и освободить ему дорогу. Во время побега под плащами в сопровождении подбадривающих людей на лице написано, как вампир поражен и счастлив увидеть другой мир, безопасный и полный любви. Офигеть, у него скорость самолета! Ты на самом деле мечтаешь быть вампиром? Вот на такие сумерки я бы посмотрела, это просто лучшее! Так я и думал, что нас изображают идиотами! Согласна. Простите, но персонажи в сумерках реально тупо... Ладно, ладно, проехали. Что? Тебе ничего не дают? Интересно, что диалог из сумерек он услышал, который играет в наушниках, а самого Джонни нет. Драк гипнотизирует пилота и передает трогательное сообщение рыжему парню. Но теперь я понимаю, что дети должны сами познавать мир. Этот мультфильм очень даже рекомендую к просмотру родителям. Ведь правда, родители лишь проводники в этот мир. Да, они обучают и воспитывают, но если ребенок не будет спотыкаться и падать сам, он так и не научится ходить. Потому что это Дзинь, Мэвис. Да-да, тут все очень мило, все раскрывают свои настоящие намерения и чувства, но меня волнует окно, через которое бьет солнечный свет. Типа, за 118 лет она ни разу не видела рассвет, хотя они спокойно не зашторивают окно. Эх, ладно, у нас тут трогательный момент. Картина типично заканчивается дискотекой, которая сопровождается прикольной песней про Дзинь. Все танцуют, поют, Драк читает рэп. Думаешь, что Дзинь это только призы? Бывает все от грозы, до грозы не резы. И кино заканчивается. А нет, заканчивается прикольными титрами с забавными сценами, а персонажи мило-карикатурно перенесены в 2D-графику. Отель Трансильвания – добротный фильм для семейного просмотра, где взрослые погэкаются от ссылок и шуток, ну и посмотрят на себя со стороны, а дети будут очарованы разномастными классными персонажами и анимации, которые не отпускают тебя во время всего просмотра. Серьезно, я много раз ловила себя на том, что забывала, что я вообще-то тут пишу сценарий и погружалась в атмосферу мультфильма. Основной посыл, конечно, уже встречался в других произведениях. И помимо перечисленных в этом обзоре, добавлю и картину «Король Лев 2». С гиперопекающим отцом, влюбленными из разных прайдов, в нашем случае разных расовых принадлежностей, которые когда-то враждовали и считали друг друга чужими. Я думаю, что фильм прекрасен для просмотра и пересмотра в любое время. Он прекрасно создает атмосферу доброй поучительной сказки. Не помню, что там творилось в последующих частях, четвертую я и вовсе не смотрела. Без всяких продолжений это хорошее законченное произведение. Отель Трансильвания, ну или Монстры на каникулах, получают 8 Джонни из 10. Ну вот и все, напишите в комментарии, как вам эта картина нравится, не нравится, какая часть мультфильма, если вы вдруг посмотрели все, понравилось вам больше, мне будет очень интересно почитать. Если вам понравилось это видео, то не забудьте ему поставить свой страшно горячий лайк, а также подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Еще у меня есть телеграм-канал, где я, между прочим, раскрыла этот образ еще до начала съемки, так что заглядывайте, там я спойлерю видосы, делюсь новостями и своей жизнью. Спасибо большое моим бустерам за поддержку, и если ты тоже хочешь меня поддержать и получить доступ к эксклюзивному контенту, то ссылка на бусти будет в описании. Я благодарю очаровательную Соню за прекрасно уложенный и отправленный мне парик. Обязательно загляните и подпишитесь на ее соцсети. Соня очень талантливый косплеер, визажист, укладыватель париков. Так это называется.
укладыватель париков и просто лучшая девочка. А вас я благодарю за просмотр и увидимся в следующих видео. И не переключайтесь, в конце вас ждут очаровательные рисуночки крольчат. Просто такие талантливые у меня зрители, я не могу. Мало того, что мне приятно, что вы смотрите мои видео, комментируете и поддерживаете, еще и рисуете, еще и подписывайтесь на Boosty. Просто очень сильно вас люблю. Не перематывайте, рисунки очень классные. И я оставлю ники художников под этими рисунками обязательно на понравившегося. Короче, подпишись на художника, который тебе понравится. А можешь подписаться на всех, они все у меня талантливые. Все, люблю вас. Пока.